Первоуральцев старше 50 лет приглашают сдать нормы ГТО. Участники смогут попробовать свои силы в наклонах, качании пресса, отжиманиях. Фестиваль состоится 1 октября на стадионе «Уральский трубник». Начало в 11:00. Поставить прививку от коронавируса можно в выходные. Желающих ждут в субботу, 1 октября, в поликлинике номер 1 с 9 до 12 часов. В воскресенье, 2 октября, в поликлинике номер 2 с 9 до 11 часов. Нужно предварительно записаться на прививку по телефону 64-60-01. С собой взять паспорт, полис, СНИЛС и прививочный сертификат. Первоуральцы могут присоединиться к часу энергосбережения. Цель акции – привлечь внимание к проблемам энергосбережения. Чтобы принять участие, необходимо в четверг, 6 октября, с 18 до 19:00 отключить освещение, бытовые приборы и оргтехнику.